Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер, и сегодня мы затронем очень интересную тему, про которую вы как раз таки меня довольно-таки часто спрашивали, сколько падает голдов за очень долгую битву. А теперь погнали! Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на канале. Также, если вы хотите выиграть 50 тысяч кристаллов, подписывайтесь на канал. Ну, в общем-то, ребят, давайте начнем с того, что я сегодня вам буду показывать битву, которая у нас длилась целых 7 часов. Это... кому интересно, 400 минут, и, в общем-то, за эту катку у нас было относительно немного голдов, в общем-то, все даже я могу пересчитать по пальцам, я, в общем-то, взял всего 2 голда из этих, получается, сколько там было, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 или 12 голдов, я, ребята, уже не помню. Вроде бы 11 голдиков у нас было. Потом, опять же, при этом видео вы их можете сейчас видеть на своих экранах, потому что я решил не просто так рассказывать в какой-то битве, сколько у нас было голдов, дискуссировать вообще на эту тему, а решил именно это подать вам, ребята, видео рядом именно тех самых голдов, которые у нас были в этой катке. Не заливать это все за ЛПшкой, а выдать именно в таком формате. Надеюсь, ребята, вы это оцените, и вам, конечно же, эта тема понравится. Вот, сами голды и сам процесс сразу вас предупреждаю, я не комментирую, то есть в том времени, когда я брал эти голды, то есть голдики я записывал отдельно. А это сейчас звук идет, я просто играю сейчас в битве и поверх моего голоса накладываю голды, которые у нас были в катке. Решил я это, опять же, все не записывать, когда у нас голды падали, чтобы это все не получалось что-то в виде ЗЛП, потому что это типа не ЗЛП, это у нас такое познавательное видео, сколько вообще будет голдов за такую катку в 400 минут, то есть 7 часов. И стоит ли эти голды вообще отключать? То есть нужны ли они в битвах? Ну, начнем с того, что... согласитесь, как бы... за 400 минут 7-часовую катку... до 11 голдов это весьма мало. Это прям серьезно, ребята, мало... Опять же, фонд у нас в этой катке в итоге был 12 тысяч кристаллов. И за 12 тысяч кристаллов у нас выпало 11 голдов. Это очень мало. Это прям, ну, фу-фу-фу-фу-фу. Интерес, как бы, да, есть в этих голдах. То есть, есть смысл за этими голдиками покататься. Есть что-то такое, знаете, духозахватывающее. Потому что ты играешь вроде как без нарки. И тут еще этот самый голд. И это все происходит, блин, как-то вот прям... Вот прям чувствуете, когда вот голд падает на таких обычных битвах, дух захватывает просто нереально. Вот, это как бы да, я с этим согласен на все 200%, но тут у нас идет уже второй, так сказать, смысл этих каток. Во-первых, я их создаю про битвы, я их создаю на долгое количество времени, и плюс ко всему, ребят, создаю их без МПК. Сейчас я уже буду и дальше играть в битвы без МПК, я сейчас вам объясню почему. Для того, чтобы у нас быстрее фармилось. То есть катки с МПК, как это происходит? Корпуса у нас перекачанные, пушки у нас перекачанные, убить никого нереально, все бомбят, все как-то, я не знаю, пытаются что-то кому-то доказать, а именно без МПК я считаю, что все у нас на равных, у всех есть шансы затащить, у всех есть шансы проиграть, вот, и соответственно, как бы, здесь у нас идет такая мясорубка полнейшая, это считай то же самое, что и ХЖВЖ, я считаю, то есть практически тот же самый фарм, тот же самый драйв, и плюс ко всему у нас и существует такая тема, что если ты в битве, которой ты играешь, отключаешь выпадение голдов, то есть при создании битвы, когда ты можешь ее создать, у тебя есть такая фишка: оставлять золотой, то есть дроп, да, золотые ящики, или его выключить. Я вот после этой катки, серьезно, когда я делал такие подсчеты, уже более-менее склоняюсь к тому, что, блин, ну серьезно, голды эти самые лучше выключить. Потому что, согласитесь, за 400 минут 11 голдов. Прям, блин, ну это такое себе. Вот. А если ты эти голды выключишь, смотрите, какие плюсы. Извиняюсь за минусу, сейчас просто горло немного болит. Плюсы у нас сразу несколько. То есть, как у нас написано, когда ты отключаешь голды, фонды
растут быстрее. И вроде как разработчики в каком-то видеоблоге или где-то писали, говорили, что когда, типа, шанс появляется, то, что в твоей катке сбрасывается золотой ящик, ну, они у тебя отключены, но, типа, рандом выбился именно на твою битву, и как бы золотой ящик упал. Я понимаю, что по-дебильному немного объясняю, но вы меня попытаетесь помочь. Типа, вот золотой ящик должен у вас упасть в битве, но так как он отключен, этот как бы кристальный дроп, да, именно золотой в виде ящиков, то, соответственно, эта 1000 кристаллов у нас уходит куда? Правильно, она уходит у нас в фонд. И таким образом эти как бы 12000 могли у нас перекочевать в фондик, и в итоге чуваки, которые как бы стараются в этих катках, которые потеют и которые выкладывают, я не знаю, всю душу, все нервы и все вообще... что только можно в этой катке, и пытаются ее затащить, они в итоге получат намного больше, чем просто будут кататься за какими-то там голдами. Во-первых, это не факт то, что ты их поймаешь, не факт то, что на тебя, ну, как бы тебя на них не сольют. И я так подумал, серьезно, ребята, напишите свое мнение в комментарии к этому видеоролику, я буду рад абсолютно все комменты почитать. Стоит ли вообще оставлять в про... катках, именно такого формата, как у меня, золотые ящики. Я вот после сегодняшней битвы действительно склоняюсь к тому, что не стоит как бы оставлять. Серьезно, как бы это лишние нервы, лишняя нервотрепка, как бы и чуваки у нас не будут отвлекаться на то, что нужно захватывать точку. Они идут им куда-то по своим делам, брать этот самый золотой ящик, там хер его знает, возьмут, не возьмут, точку кидают, а там когда счет решается, действительно, как бы золотые ящики лучше отключить. С другой же стороны, я прекрасно понимаю тех людей, которые у нас заходят в катки в надежде на то, что, ну блин, хотя бы сейчас нет времени у меня долгую битву сыграть, немножко здесь постою, немножко, так сказать, подожду золотого ящика, потому что ждуны у нас тоже есть танк онлайн, и их довольно-таки немного, то есть это ждуны, это те люди, которые заходят в битву и ждут голд. То есть они заходят в битву, ждут 5 минут голда, они фармят овердрайв, то есть он у них всегда на 100%, они его никогда никому не раздают, как нам Касим говорил на своих стримах по танкам онлайн от разработчиков. И то есть они чисто ждут этого самого золотого ящика, когда он все-таки падает, у них, так сказать, все уже готово, и овердрайв, и нарко, и как бы они приготовились уже его ловить, несмотря на то, что они как бы никакого... получается, никакой полезности, наверное, так будет правильнее сказать, команде не несут, они просто ждут золотой ящик. Не знаю, может быть, у них, опять же, мышление настроено таким способом, что если они будут просто как бы ждать золотых ящиков, то они таким способом нафармят намного больше кристаллов, потому что, согласитесь, всегда приятно взять эту самую коробочку, и, блин, ты такой счастливый становишься, что уж можно уписаться, действительно, когда ты ее берешь и просто там... Да, 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 ребята, да, я взял, просто поздравляйте меня, ненавидьте меня всей командой, именно я тот самый игрок, который забрал это золото. То есть такой у меня вариант тоже остается. То есть это опять же один из вариантов, чтобы не сойти с ума в таких длинных катках, иногда потому что сидишь на туре очень по-многому, жопа становится квадратная, и все-таки иногда, мне кажется, стоит... оставлять и отвлекаться именно таким способом на эти золотые ящики. Но с другой, блин, стороны, я и понимаю, что если я эти золотые ящики оставлю, то есть, чуваки, когда, допустим, у нас будет какой-то прям, ну, знаете, момент, где нужно именно всей команде ехать на эту самую точку, где нужно просто сила каждого, то есть вера каждого, что мы должны победить. И в такие моменты, когда падает золотой ящик, игроки у нас в большинстве случаев просто забивают болт на это все дело и едут как раз таки по этот самый золотой ящик. При этом они не понимают, что если они сейчас захватят точку, они получат в итоге намного больше и получат как бы гарантированные 1000 кристаллов вместо того, чтобы получить 1000. Вот, я вот об этом тоже уже подумываю не первый раз, и, если честно, голова уже кипит. Вы меня тем более довольно-таки часто просили мне ответить, сколько вообще падает голдов у нас за 1000.
такие катки, сколько я беру, там, сколько другие чуваки берут, как вообще это происходит. Вот, я решил сделать вам такого вида видео, думаю, вы это обязательно оцените лайкосом, потому что, серьезно, ребят, старался, каждый голд записывал, не забивал на это болтяру и даже пытался за этим каждым голдом ездить, чтобы вам как раз таки было это в записи интересно смотреть, потому что если бы у нас просто падали сирены и я как обычно за этими голдами не ездил, согласитесь, это было бы неинтересно, а вот в этом именно видеоролике мне пришлось за всеми абсолютно голдами ехать. Ну, правда, в некоторых моментах я там лукавлю, я за голдами не ездил, там один или два момента есть, я уже не помню, когда там меня начала вроде бы изитка бить, потом еще какой-то чувак меня начинал лупасить еще до того момента, когда голд у нас упадет. Ну, просто, опять же, подписчики со стрима подъезжали, и чтобы я не взял этот золотой ящик, они меня тупо убивали, контролили. Такое как бы тоже у нас случается, и, скорее всего, это, опять же, одна из причин, по которой я за этими золотыми не катаюсь. Чтоб лишний раз не расстраивать ни себя, ни бомбить на подписчиков, чтобы они на меня тоже не расстраивались, потому что иногда, как бы, понимаешь, что это просто вот игроки, которые хотят как-то выделиться, то есть они хотят как-то, я не знаю, попасть на стрим, как-то засветиться и таким образом удивиться, что на них обратили внимание. В общем, как-то так. Ладно, ребята, в общем-то, вот такой у нас получился видеоролик. Опять же, пишите свои комментарии в комменты к этому видеоролику, я обязательно все почитаю. В итоге было у нас 11 голдов. Я же посчитаю еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Нет, ребят, 12 голдов у нас было. То есть, ну, 11-12 такое себе. То есть, 12 голдиков — это немного. Поэтому, ребята, пишите свои мнения, но если вам понравился данный видеоролик, обязательно ставьте лайк ему, также не забывайте подписываться на канал и обязательно нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и стримы с нашими прокачками. Ну а с вами был Вайдер, всем пока-пока!